В 8 утра на последний звонок собралось более 900 учеников, а также гости и родители. Директор 16-й школы Валерий Михайлов объявил об открытии торжественной линейки. К выпускникам с напутственными словами обратился глава Анапы Сергей Сергеев. Я хочу пожелать им успешной сдачи экзамена. Педагогам хочу пожелать, чтобы результат, а таковые есть, оценки деятельности школы в целом был весьма положительный. Чтобы вы опять были одними из лучших. Родителям, бабушкам, дедушкам хочу пожелать, чтобы ваши дети, внуки приносили вам только положительные эмоции. Не ждать нового учебного года, а пользоваться сейчас. Подарком от главы стали несколько сеток с волейбольными, футбольными и баскетбольными мячами, а также другой спортивный инвентарь. Вместе с директором школы Валерием Михайловым глава Анапы Сергей Сергеев осмотрели спортивную базу школы. В чердачном помещении идет ремонт. Здесь будут установлены столы для настольного тенниса. Сергей Павлович отметил, что спортивную базу этой спортивной сельской школы необходимо развивать. Также глава города посетил музыкальный музей, который хранит историю села Цибанабалка. Как признался сам мэр, интерес его к этой теме легко объясним. Самый любимый урок в школе был именно история. А на торжественной линейке тем временем прозвучали стихи о годах учебы, песни о школе и, конечно, тот самый долгожданный последний звонок. Последний звонок. Несмотря на предстоящие испытания и экзамены, большинство школьников с радостью окунулись в атмосферу праздника. Выпускники по традиции исполнили вальс и отпустили в небо голубей и воздушные шары. Думали еще целых 11 лет учиться, а вот уже вроде бы и все закончилось. Даже этот год начинался и не верилось. И даже сегодня проснулась еще и думала, да нет. А на линейке уже как-то осознала, ну не заплакала. Алина Гумерова, Наталья Пухальская, Алексей Мухортов. Анапа регион.